Ну что ж, ребят, продолжим свое путешествие по игре Half-Life Blue Shift. Так, начинается у нас уровень, который называется «Сбор военнопленных». Ух ты, можем вылезти на поверхность. Ух, какие знакомые просторы. Воу, 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 воу. Блять. А, это турель. Блять. У меня нет чем ее... бахнуть, но здесь есть другой путь, может мы ее обойдем как-то. Так, есть кольт. Есть кольт. Есть патроны к кольту. Старый добрый кольт. Так, открываем нашу. Блять, опять опускаться. Блять. Но у этих ребят это спецназовцы, которые пришли зачистить лабораторию. У них есть автоматы. Блять, я если открою, я, наверное, буду трупом. Так, ладно. Полезли. Так, опять мы по каким-то туннелям. Чуть я не понял, что меня дамажило. Возможно, эти мелкие тараканчики. Так, патронов все меньше. Thank you.
Окей, блядь. Хорошо. Так, неокольт мы тратить не будем. Это очень мощное оружие. Побегаем с дробовиком. Очень мало патронов дают. Отлично. Побегаем с дробовиком, потому что, ну вот, видите, сейчас кольт может пригодиться. Я так и не понял, зачем я здесь это взорвал. Ну да ладно. Так, дайте что-нибудь полезное. Ничего не дали. Еще один хиткраб. Еще один хиткраб. Так, опять, блядь, да? Где второй? Хиткраб, думал, я о нем забыл. Так, патроны уходят со скоростью света. Дас. А новых не дают. Так, начинаются какие-то лабиринты, блядь. Видимо, нас таки хотят заставить побегать немножко с ломом. Потому что явно патроны сейчас закончатся.
О! Аптечка. Аптечка крутая вещь. Так. И все так же нету. Ничего. Особо. Зачем нужна эта комната вообще? А, ну, в принципе, здесь аптечка была. Да. Да, я чуть хизы, как это, блядь. Ну все. Ой, бля. Так, ладно. Так, дают нам два кубика, которые мы не можем разбить, видимо. Да, мы сейчас их будем перетаскивать. Куда ты улетел, блядь? Дальше не сунется. Темная вентиляция. Ты прыгать будешь? Блядь. Так, хорошо, мы куда-то добрались. О, не о, показалось, блядь. Вот это уже... О! Появились хоть эти патроны. Уже неплохо.
Так, вот и автомат, наконец. Благодарю тебя за помощь, но боюсь, что эти негодяи серьезно меня ранили. Если ты попытаешься добраться до складского двора, надеясь бежать отсюда, то забудь об этом. Военные убивают всех, кого им удается найти, или доставляют их сюда на допрос. Как-то странно они нас спасают. Мы разработали план побега отсюда, и когда мы направлялись к лабораториям прототипов, они нашли нас. Но послушай, если ты еще хочешь выбраться отсюда живым, ты должен найти моего друга. Если ты сможешь пройти этих солдат, найди доктора Розенберга. С его помощью у тебя может появиться шанс выбраться отсюда. Нужно найти доктора Розенберга. Патроны к кольту. Аптечка. И еще одна. Мы почти под завязку. Так, ну что же. Пойдем. Здорово, дружочек. Так, теперь мы уже воюем такие с спецназовцами. Так, можно пойти по лифту. Где-то идет. Так, нас таки под завязку хотят. Лучше бы патронов дали. Так, в этой комнате ничего. Блять. Неожиданно. Да, что-то автомат. Так себе автомат. Так, это все? Нет. Мне кажется, их там было двое. Да.
Блять, этот из дробовика так. Так, всех зачистил? Вроде бы да. Хорошо. Что дальше? Так, не, ну понятно, что тут есть куда идти. Мне кажется, что надо сначала проверить. Что надо сначала проверить улицу. Куча всяких разных патронов. Это очень заебись. Так. Потом вернемся. Нету доступа. Ну, видимо, нам все-таки туда, в ту сторону. Ладно. Поехали. Блять. Да что такое, блядь? Дай. Нет, тут пиздец. Кажись, тут... Ну чё, сам себя взорвал? Походу. Блять, какие дохера. Так, кольта опять нет. Зато есть 6 гранат подствольных. Обожаю эти гранаты. Еще со времен PvP, когда играли в Half-Life. Какого хрена здесь света нет? Какая-то пыточная комната. В общем, здесь аптечки, можно отхилиться. Так, хорошо.
здесь куча аптечек. О, ручные гранаты. Вообще четко. Ух ты! Бля, как-то нам все разом здесь дают, как-то слишком быстро это все. Помогите, кто-нибудь, выпустите нас отсюда. Помогите, кто-нибудь, выпустите нас отсюда. Помогите, кто-нибудь, выпустите нас отсюда. Это кто орет? Помогите, кто-нибудь, выпустите нас отсюда. Слава богу, мы спасены. Нет, боюсь, что я не доктор Розенберг. Это что за инопланетные звуки, блядь? Теперь понятно. Морозильники. Так, ну окей, ты не доктор Розенберг. Что дальше? Привет. Так. Где-то здесь была куча аптечек, не так ли? А, здесь есть выключатель, блядь. Так, все отхилены. Куча амуниции. Так, еще бы броники, конечно. Было бы хорошо. Да, ёб твою мать. Первый есть. Арбалет бы сюда, кстати, из оригинальной халфы. Где остальные? Так. Блять, со всех сторон палят. Ну, экшена довольно-таки много в этой части, в блушифте. Да, и как видим, и тут, и там. Так, я, в принципе, не буду сейчас кремить все эти коробки, потому что
Амуниции есть, в принципе, достаточно. Вот, я теряю время. Я теряю время. Эй, меня кто-то слышит? Так, а как тебя выпустить? Меня кто-то слышит? Да слышит, слышит. Да, я... Ты меня слышишь? Хм. Так, а как тебя выпустить-то? Ага. Охуенно. Чё-то я так и подозревал, честно вам скажу. Блять, опять валить всю эту банду. Куча, блять, народа. Да, конечно. Надеюсь, так идем. Я правда не знаю, куда я тебя веду. Охренеть. Да, блядь, они не заканчивают. Не, они реально не заканчивают. Так, отсюда надо уходить. Вот только куда? В чем, собственно, прикол? Семь хп. Thank you.
Их что-то так дохера, что реально кажется, что типа, что игру глюкануло, и они не заканчиваются. Я что-то как-то совсем не уверен, что так и должно быть. Но зато теперь появился смысл разбить ящики и поискать ХП. Вот, а вам повезло, что вы смотрите прохождение, вы можете просто посмотреть, где его искать. Где оно в итоге лежит. Блять, танк. Интересно, можно ли взорвать реально танк? Или его просто оббежать? Нет, таки можно его взорвать. Куча хелсов. Да, интересно. Интересно было выбраться на поверхность. Так, ладно. Непонятно, что это. Зачем это? Эти турельки, которые будут потом в портале в игре, если помните. Мы с вами тоже проходили, на канале есть прохождение. Так. Да, если вы не знали, то игра Portal и игра Half-Life, они связаны. Потому что здесь у нас компания... Видите, написано Black Mesa. Черная меза, так сказать. Так, это подорвать, что ли, нужно? Вот, а там у нас Black Aperture. Называется... компания. И эти две компании, они во вселенной Half-Life являются типа конкурентами. Так, я что-то не поймаю. Ага. Ясно. Кстати, наверное, пора сохраниться. Вот. Портал первый мы с вами прошли. Будем проходить еще портал второй. Дойдет ли до него время?
Блядь, здесь тупо негде спрятаться. Охуеть. Отсюда их удобнее будет расстреливать. Блять, прицел неудобный, страшный, выпрыжки не вижу. А, ну и да, кажется же, можно поменять прицел. А, блядь, пол игры уже, наверное, прошло. Я надумал поменять прицел. Так. Можно кровь отключить. Так, не, что-то я не вижу здесь. Я не помню, блядь, где в Counter-Strike это делалось. Ладно. Ладно, так пройдем. В первый Counter-Strike не играл лет 15, наверное, уже. Так, ну, в принципе, мне ничего не надо. Вот, подлечились. Я думаю, что можно... Здесь в ящиках будут либо хилки. Да, вот видите, хилки. Так. Здесь у нас вот такой вот кружочек. Это, по-моему, из первого оригинального Half-Life был такой момент с этим кружочком. Там еще монстр такой огромный был. Так, и что дальше? Ну, типа поезд. Эй, я здесь! Меня кто-нибудь слышит? Как тебя остановить, сука? Да, не уже. Я горжусь этим, так как сам частично... Откуда ты знаешь мое имя? О, понимаю, бедный Гарольд. Да, мы собирались добраться до старой лаборатории прототипов. Там происходило то, о чем могли знать только несколько людей, работающих на комплексе. Технология, которая привела к этой катастрофе, также может помочь нам выбраться отсюда. Я занимался предварительными исследованиями технологии телепортации еще задолго до того, как был создан этот комплекс. В старой лаборатории может быть достаточно оборудования для того, чтобы собрать устройство, которое позволит нам телепортироваться за пределы этого комплекса. К
Конечно, это мало о чем говорит, однако слишком плохо, что мы здесь застряли. Возможно, я смогу помочь тебе пролезть через этот люк в потолке. Если тебе повезет, то ты сможешь застать этих солдат врасплох. Давай попробуем. Так, в общем, как я понял, мы будем с ним телепортироваться. Но сначала нас ждет схватка с солдатами. Нужно сохраниться. Да, интересно, что уровень называется «Сбор военнопленных», а мы так никого и не спасли толком, всех расстреляли нахрен. Но я думаю, что это в принципе невозможно, разве что сначала это все пройти, типа поубивать солдат, а потом за ними вернуться. Хотя я не думаю, что они играют здесь какую-то очень важную роль. Так, ну что ж, поехали. Ага, просто становиться на него. Весело. Ты меня поднимешь? Так. Есть еще. Так, ну кажись, это все. Выходи давай. Так, мне нужно, чтобы его не убили, походу. Ладно, теперь мы можем вернуться на то место, где ты встретил Гарольда. Мы все еще можем попасть в старые лаборатории. Оттуда. Но, возможно, для этого нам придется пройти через ряд новых построений. Ну, пошли. Веди меня. Поспеши, нельзя терять внимание. Помедленнее, Халган, я не могу за тобой угнаться. Да, если мы будем вести наши шансы... Какой ты тупой. Ты здесь? Иди сюда. Так, он остался сзади. Я думаю, что хорошо, пускай остается. Так, ты здесь? Так, вот здесь, по-моему, на первом этаже мы и нашли Гарольда. Или нет? Или это вообще не то здание? А, наверное, нам в лифт. Так, ты где, чепуха? Пошли. Нашел лифт. Тогда поспешим. Мы должны... Блядь. ...на случай победы. Наш экипаж был сражением с этими монстрами.
Блять, он остался за АК. Нужно отправиться за ним. Блять, как это долго. Заходи. Заходи. А теперь рассказывай. Или уже не хочешь? Так. Ага. Здесь нужен наш Розенберг. Розенберг, пошли. Пойдем. Будем надеяться, что старая охранная система еще работает. Если повезет, то отпечатки моих пальцев еще могут храниться в базе данных пропусков. Окей, значит, сюда мы вернемся позже. Розенберг, слава богу, у вас все получилось. Нам удалось собрать большую часть оборудования, но вы должны проследить за завершением данного проекта. Прекрасно, Волтер. Завершая с настройкой матрицы батареи, а я постараюсь включить систему в центре управления. Мы не должны терять ни минуты. Мне с тобой идти, что ли? Так, ну здесь, наверное, будет... Оборудование в хорошем состоянии, лучшим, чем я полагал. К сожалению, в своем текущем состоянии эти устаревшие технологии не способны производить наведение на Землю. Понимаете, мистер Калхан, телепортация. Однако вскоре после этого мы потеряли связь с группой наблюдения. Сразу же после того, как устройство было размещено. Мы попытались найти другие методы наведения на поле, но все оборудование в этой лаборатории является устаревшим. Если мы хотим выбраться отсюда живыми, кто-то должен отправиться туда и активизировать устройство. Наиболее удачные исследования в данной области позволили создать устройство, которое можно устанавливать на странных кристаллических структурах, найденных нами в этом мире. Это устройство может быть использовано как точка фокусировки и реле для системы телепортации. Ни хера не понял, но очень интересно. Единственное, что я понял, что мы отсюда не выберемся просто на Землю. Надо будет, наверное, еще в мир Зен. Боюсь, что ты единственный, кто может это сделать. К тому же все остальные будут должны следить за оборудованием. Мы можем доставить тебя к месту, где остановилась группа наблюдения. Но боюсь, что вероятность того, что тебе придется столкнуться там с монстрами, очень высока. Когда ты найдешь устройство, включи его и настрой передатчик, пока не добьешься максимального сигнала. Мы откроем телепорт, чтобы ты мог вернуться, как только получим сигнал. Но ты должен поспешить, так как мы держим его открытым только небольшой период времени. Окей, сейчас я начну процесс зарядки телепорта. Приготовься, мистер Калхан. Как только поле откроется, оно очень быстро станет нестабильным. Симмонс, ты меня слышишь? Все готово. Но...
давайте мне телепорт. Ну что так долго, ёп? Давайте убьем еще этих ребят. Ну что ж, мы в мире Zen. Я думаю, что на сегодня на этом все, ребята. Продолжим с вами в следующий раз. Да. Все, продолжим с вами... Ух ты ж, ёпта. В следующий раз мы с вами прошли очередной уровень игры Half-Life Blue Shift. Не забывайте подписываться на канал, ставить свои лайки. Прохожу культовые, старенькие, но очень ностальгические, что ли, правильные, хорошие игры специально для вас. Вы были на канале Cult Games. Увидимся.